Друзья, всем привет! Находимся на выставке охоты и рыболовства на Руси. Я нахожусь на стенде компании «Манков». Вот. 10 часов утра. Выставка начинается. Пойдемте посмотрим, что есть интересного для охотников. На главной сцене зал номер один. Так. Компания «Левин» привезли. Бинокли, оптику всякую. Здесь же «Дагмания». У них есть все для охоты. Григорий тут. Махал еще. Чучела. Махал. Пойдемте дальше, посмотрим. Очень много людей из дружественных организаций. А также дружинные масла, профессиональными рейдерсы, самый маленький башмак, инертными смазками для рыболовных. Очень много Китай привез одежды всякой для охоты. В разных расцветках. Вот такие вот куртехи. Вот. Есть целый этаж, где представлены китайские товарищи. Одежда, лодки. Так. Тоже одежда. Игорь Графов. Пойдемте к нему сходим. Вот тоже приглашают на охоту. Ребята с компании «Кнат» еще не подошли. Пробуюсь. Игорь Графов привез манки. Ребята выкладывают какие-то интересные манки. Дмитрий, компания «Школа охоты». С прошлой весны умер вальшнап, висит. Чемпион. Привез кучу всего. Новые расцветки, да, или кто это у тебя? Нет, это лиса. А, это хищник. Приходите, пирожков подготовил Алексей. Хантер Хелл, электроника. Всякие байдарки, палатки. Республика Беларусь на охоту. И тоже китайские партнеры. Очень много. Выставка только начинается, поэтому еще не так много народу распаковалось. Прицелы Discovery, Novatex, Параход. Найден паспорт на имя Леонида Борисовича Демидова. Компания «Лангот». Пойдемте. Здесь руки. Очень много для спецов. Компания «Лангот». Евгений, привет! Вас приветствую! Приходите в гости к нам. Новые модели у нас появились, да. Кстати, есть приборы ночного видения на ИОП третьего поколения «Белый фосфор». Это для ребят? Удовольствие, конечно, не дешевое, но очень эффективное. Дальность обнаружения до 1000 метров.
Охотник в таком шлеме пойдет. Ну, все, для охоты, конечно, все новая найдет. Моделька, да. Это серия R. Вот, кстати, тот самый увеличенный отсек батарейный, посмотрите, да, пробка большая, для 18650. Здесь уже время у нас среднее 9 часов работы. Это R6 самый бюджетный получается? Да, да, это R6. Ну, у них 4 же модели, R6, R6 Pro, R7, да, и R9, да. И у всех у них есть возможность установить эту крышку. Также бинокли. И есть еще этот, обычно, да? Ну, обычный прицел. Да, 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 1.6. Пока во всяком случае. 1.624, честная единица. Загонник. И 5.30 на 50, оба с подсветкой сетки, оба на угловой минуте. Такой прицел мы разыграли на биатлоне 24 февраля. Напомню, что здесь значит, истинное значение у нас на кратности 15. Потому что многие этого не понимают, да? И... Ну да, как бы там от нуля, типа, ну, когда настройки делаешь, есть понятие угловой минуты, то есть значение одного деления. Вот это значение равно одной угловой минуте при кратности 15. Угу. Во всех других положениях оно, естественно, не достигает одной угловой минуты. Поэтому нужно ориентироваться именно на истинное значение при кратности 15. Ну, допустим, когда идет стрельба углами, или когда идет вычисление дистанции до цели, исходя из по высоте роста, либо по ширине объекта, угловыми минутами считается дистанция. Это же очень просто. Ну, это для высокоточной стрельбы уже идет, ну, да? В том числе, ну, охотнику, например, на барсука. Мы же знаем примерный рост вот байбака, да? Ну, он у нас колеблется там от 35, да, до 40 сантиметров в холке. Соответственно, можно вычислить без дальномера до него дистанцию среднюю, ну, плюс-минус там 15-20 метров. Но для этого нам нужно будет перейти на кратность 15, вычислить количественное значение, умножить, соответственно, на 3000, то есть для угловой минуты. Если бы это были миллирадианы, милы, то умножали бы мы на 1000, да? Вот. И, соответственно, уже разделить на количество делений, которые мы посчитали при высоте объекта. Понятно. И все. А на выставке вы не продаете? Вы просто... На выставке продаем, у нас действует скидка 10%. Можно прям вот экспонат. Понравился, вот хочу этот, я в него смотрел, да, я его видел. Все, мы прямо его снимаем, отдаем. Они все у нас новые, без потертостей, без сколов, трещин, царапин. Выдаем здесь на месте гарантию. К сожалению, кассу с собой не взяли, но мы высылаем потом клиенту по адресу чек. Ну, все как положено, все как в магазине. Все сделаем. Вот так, заходите, ловите Женю и забираете свой прицел. А мы вас ждем на выставке еще, да, целых у нас, 3 дня. Сегодня у нас пятница, еще 2 дня будет. Это видео выйдет вечером, так что у вас 2 дня будет успешных. Суббота, воскресенье. Все, я погнал дальше. Слева. Технодинамика. Патроны. Игла. Это передовые достижения предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Патроны «Игла» — это стабильность, надежность. Охот актив всегда. Кстати, кто с ним сфоткается, это 100 тысяч можно получить. Так. Оружие пневматическое. Здесь входите, дальше идет рыбалка. В рыбалку мы с вами, наверное, не пойдем. Пойдем, сходим на сайт, на стенд компании «Азот». Григорий тут прогуливается. Хоть посмотреть. Так, стенд компании «Азот». Вот, они привезли одежду, обувь, такой у них красивый. У них проходит розыгрыш каждый день. Всем привет. Так. Здесь красивые девушки вам все расскажут, все покажут. Евгений также может продемонстрировать. Я не красивая девушка, но рассказать тоже могу. Шарики для пейнтбола. Так, такие костюмы. Страйкбольные
шары, масло. И масло. Гель для стирки. Что за гель для стирки? Непонятно. Так что вот такой большой стенд Азот Стор. Приехали. Молодцы. Пойдемте посмотрим дальше. О, там уже это. Разгусились. Пойдемте на звуки. На звуки идем. Манков. Так, также есть. Сейчас мне надо найти, ребят. Ребят. Вот Пергама. По счету, либо наличными, без разницы. Доброе. Приветствую. Окей, я привезу вас, что есть. Банки. Опять китайского. Кто там раскрикивается? Вот ребята расщепляются. Компания Канат. Манки на гусей, на уток. Покажи мне на черка. На черка. Очень интересный манок. Так, манок на черка. На самочку черка. Канат Калчан. Очень хороший звук. И гуменника. Гуменник. Манок на гуменника, канат Тундра. Спасибо. Так, так, так. Ну, вот так. Короче, друзья, есть что посмотреть. Еще впереди 3 дня. Сегодня, завтра, послезавтра. Обязательно приходите. Это видео выйдет, скорее всего, в субботу утром. Также компания Vector Optics. Пойдемте посмотрим. Vector Optics. У них есть тепловизионные прицелы. Компания привезла новинки какие-то. Ребята устанавливают прицелы. Все, что, кстати, у меня 5х30 тот прицел очень хороший, и хочу я себе 1 на 8 или 1 на 10 загонить еще. Дальномер у меня вот такой очень тоже хороший. Бинокль я что-то не вижу тут, может быть, они в другом месте, но компания приехала, молодцы. Все, погнали дальше. Не забываем подписаться на канал. Что еще нового увижу, обязательно добавлю в это видео. Увидимся в будущем.